Всем привет, это видео на канале AliExpress Buyer, и сегодня у нас на распаковочке зарядное устройство с поддержкой Qualcomm 3.0 быстрой зарядки. Поехали открывать посылку. Зарядка конторы, которая называется CRDC Smart Qualcomm Quick Charge 3.0. Зарядка на 3 USB порта. Моделька называется PA-T14. А коробка сделана из такого обычного картона. Видите, тут написано Go Green with CRDC Smart, то есть они за экологию. Открываем. Внутри у нас есть юзер мануал на английском языке. Какая-то поздравлялка. Предложение зарегистрироваться. Зарядочка. Следующим образом она выглядит. Давайте сейчас посмотрим, что еще внутри есть. О, ничего себе! Кабель. Обычный кабель micro USB. Вроде хороший. Оплеточка толстая. CRDC Smart написано. Пригодится. Коробку в сторону. Особо много в этой зарядочке рассматривать нечего. Сверху у нас порт под быструю зарядку для смартфона. И снизу зелененьким выделено два обычных порта не быстрой зарядки. Конечно, чтобы пользоваться быстрой зарядкой, надо знать, что ваш смартфон поддерживает эту технологию. Лично у меня смартфон Sony X Compact. Он поддерживает Qualcomm Quick Charge. Поэтому для него я такую зарядочку и прикупил. Хочу еще отметить, на AliExpress сейчас открыта страничка с зарядкой CRDC, которую можно купить рублей за 800. И под таким же брендом, но всегда дороже, продается зарядка фирмы AUK. Как видно, это та же самая зарядка, только сфотографирована здесь с другого ракурса. А так, в принципе, тот же самый оранжевый порт, два зеленых. И стоит она все время рублей там на 100, на 150 дороже. Так что знаете, что всегда есть CRDC и AUK, и CRDC будет подешевле. Интересно, вот такую вот инфографику можно на Википедии найти. Во сколько раз разные поколения Quick Charge заряжают смартфон быстрее. Кстати, смотрите, уже Quick Charge 4 вышел в 2017 году, но пока устройств с этой технологией я еще не встречал. И еще можем открыть одну посылочку. Это USB кабель Type-C фирмы Baseus или Paseus. Стоит он где-то в районе 120 рублей, но я его урвал с купончиком гораздо дешевле за полтинник. К сожалению, он не очень длинный, но мне, знаете, упаковочка вообще такая премиум, я бы сказал. Тут даже слово есть, премиум маркер. Плетеный кабель, здесь у нас USB Type-C, здесь обычный USB. И втыкаем в розетку. Вот такая вот зарядочка. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите меня. Подписывайтесь на канал, если вам нравится смотреть распаковки из зарубежных магазинов, таких как AliExpress. Ну и всем пока!